Ребяточки, всем привет! Вы на канале SmartWatch. Недавно я делал обзорчик вот этих вот часиков. Называются они, значит, Танк М3 Ультра. Китайские, значит, такие позиционируются как часики такие экстремальные для экстремальных людей. И я произвел некоторые опыты, короче. Один просто написал в комментарии, что они плохо считают шаги, мерят пульс. Ну и все остальное, что с этим связано, короче. Я решил все это дело перепроверить, провести некоторые тесты и выложить вам на обзор, чтобы вы это сами увидели и посмотрели, насколько же эти часики вообще достойны внимания или нет. Поэтому следующее видео, что будет, вернее, в этом видео, как раз таки это тест. Это вода, это падение, это ходьба, измерение... измерение пульса и измерение кислорода. Такие основные, короче, критерии. Ну и, естественно, показать, как работает вибрация, я вам не могу. Но работает не хуже, чем на Galaxy Watch 6 точно. Ну а мы поехали. Так, ну в самом начале хочу предложить вам посмотреть немножко поближе их внешний вид, как они выглядят. Я их покупал, причем в воде они у меня лежали, не знаю, на глубине где-то 60 примерно сантиметров, лежали около часа. Наверное, вот так вот они выглядят. Это все металл, верхняя рамка, только вот это вот пластик. А, хотя нет, вру, это тоже металл. Вот эта верхняя планочка тоже металл. Экран AMOLED. Ну, если вас интересны вам параметры, то посмотрите, пожалуйста, видео в описании видео этого. Вот так, значит, рамочки. Здесь, видите, все... обозначение кнопок, зачем и как, для чего то или иное здесь. Ну и, как я уже сказал, они у меня поплавали, есть динамик здесь, есть микрофон, по ним можно прекрасно разговаривать, принимают звоночки, и это я все, естественно, дальше в этом видео покажу. Ну вот так вот они выглядят. Протерем экранчик. Все, ну а дальше тестики, погнали. Привет, привет. Привет, привет. Ну что, сделаем подсчет шагов, как измеряет на танке М3 Ультра. Вот сейчас у меня 562 шага. Сделаем 100 шагов и посмотрим, сколько будет. 562. А сейчас, значит, погнали.
Так, ну 101 шаг, короче, я сделал. Смотрим. Тут идет догоняйка. 665. Так, разница в 3 шага. Было 562, сейчас 665. Короче, дорогие друзья, если вы посмотрите у меня другие обзорчики, там, например, с такими часами сравнение, как Huawei Watch 3, это Apple Watch 5 и Galaxy Watch 6. Так идеально показали только Galaxy Watch 6. В сравнении с теми другими часами эти часики показывают, в принципе, неплохо. Ребятушки, еще один эксперимент с нашими часиками. Танк М3 Ультра. Говорят, что они водонепроницаемые. Вот пусть поваляются чутка в воде. Посмотрим, что будет. Часы пролежали минут, наверное, 10. Я их еще дальше на сантиметров на 50 в глубину кинул. Сейчас пойду пока покупаюсь, порыбачу. А уже потом достанем. Это кто у нас тут? Крастинка. Вот. Купаться пошла в нашем болоте местном. Тут озера, город Братск. Это карьеры, короче, раньше здесь добывали что-то. А он выдробил, ой, это как иондатор плывет, представляете? Яна, видно вам, нет? А, занырнула тварь такая. Вот крыса озерная, андатра. Плавает их тут дофигища. Вон еще одна плывет. Большая. Смотрите, что. А вот часики лежат наши. Так, Кристинка рыбачит. Поплавочек не клюет, а таких два штучки маленьких совсем. Окушка поймали. Часы где-то там валялись. Где-то далеко уже они у нас валяются. Пойдем, наверное, достанем уже. Где они? Вон они. Не надо, Кристинка, не вытаскивай на меня-то. Вот они лежат себе. Работают? Работают. То как бы по водопроницаемости, по крайней мере, пока лежали сколько? Ну, полчаса, наверное. Нормально. Глубина где-то сантиметров 50, может 60. Короче, держат пока они нормально. Здесь вечером уже будет ясно, промокли они или нет. Потому что бывает, доходит через какое-то время. Так что вечером уже итог. Так, ребяточки, ну посмотрели вы видосик вот по этим часикам. Для своей цены, сейчас что-то со скидочкой они под этим видео, если вам надо там 1012, а может и того меньше уже, я не помню точно. Для своей цены нормально. Конечно, ремешочек здесь такой, так себе, он прямо липкий-липкий такой, резиновый-резиновый. Ну, я думаю, что для своей цены, в принципе, нормально. А так, вообще, как часы... Смарт-часы за такую цену вполне нормальные часы. Просто, видите, я никогда не пользовался особо постоянно такими часами. У меня всегда были всегда были самсунговские часы. Начиная со второй, по-моему, версии, Gear S2 я купил, или Gear S, не помню, короче. Но вот первый взял, они и тогда были очень дорогие часы, за 20 с лишним тысяч, да. Ну и сейчас. И, конечно, сравнивал я их, сами видели, с Galaxy S6. Watch 6, вернее, Classic 47 мм. У них цена 35 тысяч на момент продаж была, или 36 даже. А эти 12. Разница, конечно, существенная. Поэтому, если у вас бюджет не особо большой, но хочется часы более-менее нормальные, тем более, чтобы они... не промокали там и имели все какие-то параметры, так скажем, измерения, как в данном случае даже есть измерение давления, хотя по большому счету, наверное, это так себе, скажем, ориентироваться на них точно не стоит. Ну, в любом случае, смотрите сами, я их не покупал, мне их отправил китайский производитель, да, вот именно этих часов, для того, чтобы я провел такой обзор, сравнение, ну и сказал свое мнение, так скажем. Ну, мое мнение, вполне нормальные часы за свою цену. Материал тяжеленький, ударопрочные, воду держат. Что еще надо? Пока, вы были на канале
Smartwatch. Очень интересно ваши комментарии узнать по этому поводу. Пока!